Так, девочки, всем привет. Смотрите, 2 недели назад я купила вот такую сумку. Сумка называется Шопер. Она очень удобная. Есть ручка и есть ремень. Много, в общем, здесь карманов и вот такой отдел. Но самое главное, что... Это эко-кожа, кстати. Самое главное, что если ты вывернешь ее на другую сторону, то получается здесь два цвета. То есть в одной сумке две сумки. Черная и вот такая серебристая. Вот меня это очень подкупило. И я решила ее взять. Кроме того, мне продавец подарил еще вот такую сумку, типа такой легкий вечерний вариант. И все вот это вместе стоит 4000. В общем, она там задарила меня, сделала скидку и дала кучу пакетов. В следующем магазине я купила вот такие перчатки за 300 рублей. Что вы думаете, продавец даже не дала мне пакет? Я говорю, дайте хоть обвернуть ее какой-нибудь бумажкой. Она дала мне какую-то драную вообще тряпку. Вы представляете отношения? Или ты покупаешь вещь за 300 рублей, тебе вообще ничего не дадут, с тобой не хотят разговаривать. Или ты покупаешь сумку за 4000, и там тебя полностью все оближут. Девочки, мои новые кроссовки, зацените. Кроссовки на белых шнурках. Я в кафе, кстати, нахожусь. Смотрите, такая новогодняя атмосфера. Девочки, вот это новый чай. Личи и клубника. Еще там, по-моему, розмарин. Сейчас давайте попробуем. Ой, все, льется. Мне аж две клубники туда положили большие.